Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Matiz 2011 года выпуска, двигатель 0.8, механика, передний привод. Пробег на автомобиле по спидометру 56 тысяч километров. Свистит ремень генератора. Сейчас заведу, покажу, как это происходит. Очень часто слышишь на улице при старте, при попадании в лужу у людей свист. Это в первую очередь прослабленный ремень приводной. Вот такой характерный звук. Сейчас мы его уберем. Сделать это на Матизе довольно-таки легко, но самое интересное, увидел подтеки масла, и бегут они с клапанной крышки. Оттягивать не буду, сейчас тоже заменю прокладку под клапанной крышкой. Вот у нас сзади видно верхнее крепление генератора, болт на 12, ослабляем и толстой отверткой натягиваем. А чтобы это показать, сниму расширительный бачок вверх, отодвигаю его в сторону и отсюда уже подлажу. Накидной ключ, головка на 12. Ослабляю верхний болт. Нижние болты, я думаю, даже мне не понадобится ослаблять. Я смогу натянуть генератор. Так. Ну и чтобы сейчас затягивать, возьму трещоточный ключ. Вот трещоточный ключ. Как же лучше подсветить. Перекрываю. Здесь не подсунуть. Вот так вот сделаю. Вот так вот сделаю. И вот так вот сделаю. Надеваю трещоточный ключ на болт. Беру отвертку, ремень слабый. Вот, подтянул генератор и затягиваю болт. Вот и все. Генератор. Ремешок генератора я подтянул. Одеваю на место расширительный бачок. Пробую запустить, и звук сразу будет слышен. Никаких свистов нету, все нормально. На этом подтяжку ремня ГРМ я закончил.